Скоро весна, а это значит, что уже сейчас нужно присматривать себе симпатичные юбки, платья и брюки. Сегодня поговорим о юбках плиссе для полных дам. Юбка плиссе – это элегантная деталь женского гардероба, при помощи которой можно без труда создать утонченный и романтичный образ. Такая юбка способна подчеркнуть индивидуальность и привлекательность женщины любого возраста и телосложения. Однако обладательницам пышных форм рекомендую придерживаться определенных правил при выборе плиссированных юбок и их комбинировании с другими вещами. Каким же рекомендациям стоит следовать полным девушкам и женщинам при выборе юбки плиссе? Итак, тип фигуры – один из главных критериев, которые следует учитывать обладательницам пышных форм при выборе юбки плиссе. Например, тип фигуры яблока. Самая большая проблема – это талия и живот. Рекомендую отдавать предпочтение плиссированным моделям трапециевидной формы. Не менее удачным решением в данном случае станут юбки фасонов солнца и полусолнца завышенной талии, которые помогут скрыть полные бока и живот. У обладательниц фигуры типа груша проблемными зонами являются ягодицы и бедра. Визуально скорректировать такую фигуру поможет слегка расклешенная юбка плиссе с красиво декорированным поясом. Он позволит создать акцент на талии и одновременно поможет отвлечь внимание от пышных бедер. Полным девушкам с широкими плечами и узкими бедрами фигура по типу перевернутого треугольника рекомендую обратить внимание на объемные плиссированные юбки А-силуэта. С их помощью можно зрительно уравновесить верхнюю и нижнюю части фигуры, сделав ее очертания более гармоничными. А вот прямых плиссированных юбок обладательницам фигуры перевернутый треугольник советую избегать, поскольку они лишь усугубят визуальный диссонанс между широкими плечами и узкими бедрами. Девушкам пышных форм я бы рекомендовала воздержаться от приобретения коротких и ультракоротких юбок плиссе. Такие модели не добавят образу привлекательности, а только подчеркнут несовершенство фигуры, притянув внимание к массивным бедрам и полным икрам. Наилучшим образом для полных представительниц прекрасного пола подойдут плиссированные юбки максимальной длины в пол. Они не только скроют массивные бедра, но и визуально вытянут силуэт, сделав его более стройным и изящным. Не менее удачным решением для полных девушек и женщин станут юбки плиссе, которые имеют длину до колена или чуть ниже, а также длина миди. Такие модели идеально подойдут соблазнительницам стройных ног и изящных тонких щиколоток. Материалы и цвета. От легких юбок из шифона, например, стоит отказаться, так как правило, они имеют подкладку, а это лишний объем, который вам совсем ни к чему. Идеально подойдет юбка из плотной ткани, как правило, она без подклада. Такая юбка визуально не прибавит объема. Создать стильный лук для прохладной весны или зимы позволят юбки плиссе из тонкой шерсти. Такие модели зрительно не утяжеляют силуэт и при этом надежно защитят свою обладательницу от холода. Хорошим решением также могут стать модели, которые выполнены из вискозы, полиэстера, тонких синтетических материалов. С большой осторожностью полным девушкам и женщинам следует подходить к выбору плиссированных юбок из тяжелых фактурных тканей, а также материалов с блестящей поверхностью. Несмотря на то, что смотрятся такие модели очень эффектно, в то же время они способны визуально добавить своей обладательнице пару-тройку лишних килограммов. Визуально сделать фигуру более стройной позволят модели любых темных оттенков. С осторожностью советую подходить к выбору юбок плиссе ярких и кричащих расцветок. Однако, в то же время, некоторые дизайнеры подчеркивают, что правильно подобранная плиссированная юбка яркого цвета, например, лимонного, поможет создать уникальный и ультрамодный образ. Еще один момент. Если плиссе и вещь, предусмотренная для верха, будут одной цветовой гаммы, то фигура вытянется. Верх может быть каким угодно – топ, водолазка или джемпер. С чем носить юбки плиссе? Это универсальная деталь женского гардероба, которую допускается сочетать практически с любым верхом. Она будет органично смотреться с топами, легкими блузками, рубашками, тонкими пуловерами, водолазками. Можно носить с приталенными и свободными оверсайз жакетами. Молодым женщинам можно без опасений комбинировать плиссированные модели с куртками в байкерском и даже рокерском стиле. Сегодня тренд на сочетание плиссировок с брюками разного фасона, к нему тоже следует присмотреться.
Какая обувь подойдет? Чтобы юбка плиссе не полнила свою обладательницу, ее рекомендую носить с обувью на среднем или высоком каблуке. Превосходно сочетаются плиссированные модели с классическими туфлями-лодочками, босоножками, ботильонами и полусапожками. Высоким полным женщинам советую носить длинные плиссированные модели с обувью на плоской подошве. С большой осторожностью следует сочетать плиссированные модели плюс сайз с обувью на массивной танкетке или высокой платформе. Визуально такая обувь может утяжелять силуэт, сделав его еще более грузным. Идеальный вариант – это когда цвет обуви и юбки совпадает. Это позволит визуально вытянуть фигуру и сделать образ гармоничным и завершенным. Где купить юбку плиссе для пышных дам? Магазин «Дивна». Российский бренд, черная юбка из эко-кожи. Цена 7800 рублей. Юбка бежевая из вискозы в магазине La Moda, бренд Lavertin. Размеры от 48 до 52. Цена 7300 рублей. Тот же бренд, черная юбка за 7000 рублей. Юбка синего цвета из вискозы, магазин La Moda, бренд Prewoman, цена со скидкой 1437 рублей. Юбка зеленого цвета La Moda, бренд Passeggiata, цена 7200 рублей, размеры от 44 до 58. В том же магазине La Moda можно найти черную юбку бренда Francesco Peretti. Цена со скидкой 40% 3200 рублей. Размерный ряд от 48 до 54.